Конечной станцией электричек, курсирующих между аэропортом и центром Петербурга, станет Витебский вокзал. Такое решение озвучили на публичных слушаниях по внесению изменений в генеральный план города в Адмиралтейском районе. В предыдущем генплане конечной точкой аэроэкспресса числился Балтийский вокзал, однако осенью прошлого года его поменяли на Витебский. КГИОП уже поручил провести реставрацию здания, подпорной стенки императорской платформы, императорского павильона, модернизацию неохраняемой платформы номер один. Транспорт и транспортные развязки в городе на сегодняшний основная вещь. А все-таки аэроэкспресс, он будет связывать центр города с аэропортом, в частности, и достаточно будет удобен для жителей нашего города, для того, чтобы как можно быстрее добираться до, аэропорта, минуя уличную дорожную сеть. При строительстве объекта используют существующие железнодорожные пути. Примыкание же к новой линии предусмотрено в районе станции Шушары. Время хода электричек от Витебского вокзала до аэропорта Пулково составит не более 25 минут с интервалом движения в 20 минут. Трасса пройдет преимущественно по насыпи с путепроводами над железной и автомобильной дорогами.